Привет. Привет, Илюша. Мы сегодня будем рисовать кота. Черного, красивого. Кота, который спрятался в ромашках. Мы рисуем большущую такую голову для того, чтобы у нас кот, да, прям хорошенько. И хорошие вот тут вот чуть ниже, чем центр. Угу, чуть ниже, чем центр. Нужно сделать два хороших кругленьких глазика, такие, да, большие. Стараемся, чтобы они были на одинаковом расстоянии от центра. И вот здесь вот между глазиками маленький носик, вот такая плямбочка, вот тут, вот тут, вот. Ага, супер. Да. Только не круглая, это же у нас не утенок, а котенок маленький. И здесь у нас будут улыбочка. Угу. Раз и два. Отлично. Утки тоже бывают с круглыми. Да, теперь с вами. Тут уши. Ты знал, Илюша, что есть кошка, которая попала в книгу рекордов Гиннесса как самая многодетная мама? Знаешь, сколько она котят родила? 400. Представляешь? 400. Вот если бы они все вместе жили одной дружной семьей, я думаю, что это была бы очень веселая семейка, правда? Так, делаем хвост. Ну, это немножко у нас не хвост получился, а как будто... Клюв. Да, хвост у нас чуть-чуть будет попушистее. Вот такой. Котенок у нас смотрит на нас. Смотри, сейчас зарисовываем все, кроме глазиков. Хорошо? Берем, зарисовываем. Просто черное мы взяли гуашь. У нас, Илюша, зеленые листочки, но пусть вас не смущает, просто у нас такие нашлись листочки. Белых не было, а были зеленые, поэтому мы вот их и взяли. Мы аккуратненько закрашиваем, не торопимся. Просто тихонечко стараемся чуть-чуть макать кисточку в воду, не сильно, чтобы у нас не расплывалось все, а чтобы было такое вот густая краска. Густая. Да. Шерсть. А еще была кошка, которую звали Фелисит. И она побывала в космосе. Да, правда, она побывала в космосе. И ты знаешь, ей не так повезло, как собакам. В космос она полетела сама. Я так подумал, может, в космосе, как собаки, и сказал. Наобум. Ты знаешь, слово космос. Я думаю, что эта кошка очень сильно была напугана. Ей нацепили кучу датчиков, вот, отправили ее в космос, а потом еще очень долго изучали, как на нее космос повлиял. Вот, и не хотела бы я оказаться на месте той кошки. Что ты скажешь? Я бы тоже. Ну, тем более, это же вообще... А усы можно закрасить? Усы все можно. Вот усы все закрашиваем, и потом с тобой еще доделаем. У меня будет котик в шлеме. Нет, мы не в шлеме. Он у нас, вот смотри, все кроме глазика вот так вот мы закрашиваем. Да, а глазик вот этот надо оставить тебе такой кругленькое. Это важно, хорошо? И вот носик у нас вот всего лишь вот эта часть. Все остальное... Не боимся закрашивать, даже если носик закрасишь, то ничего страшного, потому что у нас вот. С тобой... Здрасте, у тебя еще тут половина морды, вот она есть. Забыла за нее? Так, сразу ушки, только не полностью, мы серединку оставим для такого беловато-розоватого. А вот так вот краешки, смотри, раз, два, раз, два. Угу. И... Я сразу делаю... А нам понадобится тонкая кисть? Нам понадобится тонкая кисть, чтобы поставить белочек в глазу. Это важно, потому что наш котенок же должен смотреть. Смотри, как мы сейчас по-хитрому сделаем глазики. Мы обведем вот эту часть. Вот раз. Угу. А вот это останется вот это внизу. И прям надо вот его так и оставить. Видишь, тогда у нас кажется, что котенок на нас прям смотрит. Смотрит наверх. Да, смотрит на нас. Вот как будто просится: Илюшечка, пожалуйста, возьми меня себе домой. Ты бы забрал такого котенка? Угу. И я бы забрала. Я уже буду делать блики. А, хвост. Х-
хвост обязательно. И вот это вот должно быть ровненько, чтобы у нас не был такой зловещий кот, да? А он должен быть такой ровненькое. Для... Милашный. Милашный, да. Совершенно верно. И я вот сейчас смотрю вот так вот моему коту, сделаю тут такие пушистости, чтобы он у меня был... Я очень люблю, когда коты пушистые. Ты любишь пушистых котов? Люблю гладких. Гладких? А я люблю пушистых. Как листок. Так, нам нужна белая гуашь и самая тонкая кисточка, которую мы найдем. И мы этой кисточкой поставим маленькие блики. Я сейчас дам тебе свою. Вот я тебе покажу, где. Вот смотри. Раз блик, два блик. И у нас, смотри, уже глазик, смотри. Отлично. Раз, ага, и рядышком. Два. Так, очень хорошо. А теперь... Не-не-не, вот это не надо уже. Это лишнее было. Это солнце. Нет, солнце у нас по-другому, мы его тут сделаем. Смотри, мы сейчас берем этой же кисточкой, берем вот тут желтенький и берем каплю зеленого, чтобы у нас были такие вот глаза. И вот тут под глазом, смотри, смотри, что я сейчас делаю. Вот так вот этой кисточкой, раз, и делаю. Причем стараюсь так, чтобы мне не совсем цеплялось. Угу. Желтый и зеленый, и вот опять вот так. Раз, ты сделаешь, если что, не волнуйся, я тебе подправлю потом, хорошо? Желтый, зеленый. Да, это у тебя сильно толстая получилась. Возьми мою кисточку. На. Не. Она такая же, только ты набрал много. Ну, давай, хорошо? Ешь тут у нас учительница, правда? Нужно раскрасить ту часть аккуратно, аккуратно, не выскакивая за... Эти. Если вдруг выскочил, то ничего страшного, мы потом сможем с тобой это закрасить черным. Совершенно верно. Поэтому мы вообще не боимся. Для носика нам нужен будет опять красный и опять одна капелюня белого. Вот просто, чтобы он был чуть-чуть розоватенький. Вот, вот вам видно? Вот такой. Илюша, ты глазик очень аккуратно красишь, не вылазишь, ладно? По-другому не могу. Ну, ты постарайся. Ты ж всем пример у нас, правда? Нет, ты всем пример. Так, и сразу я делаю улыбочку вот так. Раз. Я мою сейчас. И два. Кисть. Моешь кисть. И смотри, можно я тебе чуть-чуть подправлю то, что не очень... Можно? Смотри, вот тут вот немного. Раз. Два. И вот эта часть. Раз. Вот чтобы у нас было выделено вот это. Ну, можно давай я сделаю, а потом ты дальше, хорошо? Так. И чуть-чуть сразу. Эта картина будет красива, если она будет сделана вся аккуратно. Поэтому вот то, что повылазило, вот глянь, мы аккуратно вот так вот закрываем, хорошо? И вот это вот, чтобы оно у нас было... Угу. Отлично, все, котик смотрит, бело-розовая, вот у тебя, я сделала она, бело-розовая, и делаем из этого нос. Угу. Это сейчас у тебя будет красный нос, как будто он получил недавно помидором в нос, понимаешь? А нам надо, чтобы у нас был беленький и розовенький. Илюша хочет, чтобы у него был... Помидор. Нет, не надо нам помидор. И этот же розовенький я вот сюда добавляю в ушко. Причем, если оно у меня, вот смотрите, вот такими движениями, как будто оно такое мохнатенькое получается. И вот отлично. Пусть оно будет... Лишь это сильно красное. Для ушей это, ну, совсем уже красное. Надо чуть больше белого. Угу, да. Так, угу. Котик у нас смотрит... Угу. Угу. И сразу своему котику сделаешь, пожалуйста, улыбочку, когда доделаешь уши, хорошо? Ладно? Мам, ау. Знаешь, что я в садике, когда был сон, посчитал до 1000. Молодец.
Так, вот тут мы... Взял и считал. Молодец. Тысяча. Так, а я тебе знаешь, что хочу рассказать? Ты умница, до тысячи досчитал, это значит, что ты не спал на тихий час, да? Угу. Ну, это не очень хорошо, но уже ладно, да? Все, сейчас все не в садике, так что даже ругать некому. У котов вот отсюда растут такие пум-пум. Угу. И вот здесь вот нам нужны такие усы. Раз. Только усы у нас вот здесь вот, они начинаются под глазками, вот, вот отсюда. И тебе надо сейчас вот здесь делать раз и раз улыбочку. Хорошо? Осторожно. Угу. Черно. Давай-ка мы еще разок попробуем улыбочку сделать. Давай возьмем тоненькую кисточку. Давай я вот так пока уберу и дадим этому чуть-чуть подстоять, а ты пока тоненькой кисточкой сделаешь усики, хорошо? Пока тут засохнет. А тут? Нет. А где? Вот смотри, усики нам нужно сделать... Вниз, вниз. Вот, глянь, вот здесь вот, возле ушек, раз-два, раз-два. Угу. Да. Резко вот так, пум-пум. Угу. Так. Очень хорошо, стоп. Теперь берем тонкую кисточку и делаем улыбку. Не торопимся. У тебя сильно много ты краски. Смотрите, если у вас будет сильно много краски, то даже если все будет ровненько, все равно будет толстая линия. Вот отсюда надо сделать вот так улыбочку. Раз и два. Можешь сделать вот тут еще. Опа, опа. Готово. Давай. Угу. И мы приступаем к оформлению нашего кота, пока Илюша очень осторожно делает улыбочку. Там достаточно краски. Вот так вот собрали, чтобы тоненько у нас была кисточка. Вот посмотри, как у меня, да? Раз, ага. И в другую сторону. Очень хорошая улыбочка. Молодец. Когда чуть подсохнет, мы вот здесь делаем еще усы. А сейчас делаем кружочки. У нас кот будет сидеть весь в ромашках. Я тебе даю желтую гуашь. Пожалуйста. Даю вот такую кисточку. Вот она удобна для ромашек. Вот эту не надо. Та у тебя вся черная, чтобы мы не выпачкали ничего. Хорошо? Делаем такие для ромашечек. Для ромашечек наших. Желтые серединки. Хорошие кружочки. Вот такие прям хорошие сделаем, ладно? А я тебе пока расскажу сказку про хвост и счастье. Можно? Угу. Ну, такая не сказка, а рассказка. История. История, да. О том, где спрятано счастье, или сказка про хвост. Старая, красивая, мудрая кошка лежала, грелась на солнышке. Лежала, потягивалась, мурчала себе своему прекрасному сну. И тут вдруг мимо нее промчался маленький пушистый котенок. Так-так-так-так-так-так. Пробежал. Кошка открыла глаз, посмотрела. И тут котенок опять так-так-так-так-так-так пробежал. Она проснулась, стала наблюдать за котенком, что происходит. А котенок не сдавался. Он продолжал бегать. Так-так-так-так-так-так-так. Кошке стало интересно. А она подперла морду лапкой и стала наблюдать за котенком. А он запыхался, продолжал весь бегать. А что ты делаешь? Лениво поинтересовалась старая мудрая кошка. Ну как что? Я пытаюсь поймать свой хвост, сказал котенок. Угу. И побежал дальше. Так-так-так-так-так-так. Она такая, знаю, зачем поймать. Она спрашивает, зачем? Зачем ты собираешься его ловить? А котенок говорит, мне сказали, что в моем хвосте мое счастье. Вот я уже бегаю третий день за своим хвостом, а он все время от меня ускользает. И побежал дальше. Но вот если я уже поймаю свое счастье, то оно от меня никуда не денется, сказал маленький котенок. Можно капельку дать? Конечно. Тапочки это нам... Котята очень любят все жить дома, поэтому у нас такие тапочки.
И тут старая кошка улыбнулась, так как это умеют делать только старые кошки, и сказала: «Когда я была маленькая, мне тоже сказали, что мое счастье в моем хвосте. И я бегала, бегала, бегала за своим хвостом, все время я не могла его поймать. И я падала без сил, вставала и опять пыталась бежать, и ничего». «И что же было тогда?» – спросил котенок. «А ты знаешь, что я вдруг заметила? Бери белую, на, пожалуйста, и вот такие вот, раз, два, три, четыре, делаем ромашки. Угу, вперед. И что же ты заметила?» – спросил котенок. «А я заметила, что куда бы я ни побежала, мой хвост везде идет за мной. За счастьем не надо бегать», – сказала кошка. Мам, а знаешь, что, Лека, что я понял? Что? Что она знала, что... как бы, что он скажет дальше. Потому что с ней уже это было, и с ней говорили, может быть, какие-то старые кошки. О, ты знаешь, возможно. Наверное, это была очень мудрая кошка, потому что она ему, конечно, ждала побегать, да? Она ему сказала, что давай вперед, раз уж тебе надо. Она же ему не сразу сказала: все-все-все, прекращай бегать, да? Она посмотрела, он очень старался, она оценила его старание, да? Угу. Хорошие такие ромашки. И знаешь, что ему сказала дальше кошка? Она сказала: ты выбирай свою дорогу и просто иди по ней. А твой хвост вместе с твоим счастьем будет идти за тобой. Ну, тоже выбрал дорогу и шел по ней. Да. Но потом ее перебрал на другую дорогу. Да. То есть я выбрал дорогу, потом эту дорогу забыл. А ту новую дорогу... Можно идти? А по новой пошел. Угу. Ясно. Такое бывает и не раз. Можно я тебе усы здесь нарисую? Или ты сам нарисуешь? Да. Вот тут надо вот такие сделать. Раз. Вот так, как будто... Вот выдерживаю. Раз. Да. Вот такие вот усики, чтобы у нас котик наш был усатый. Смотри, когда рисуем ромашку, да, от центра сюда... Вот так, стоп, как ты рисовал подсолнухи, помнишь? Да, вот так, отлично. Роб. И еще. Угу. Роб-то урок. Давай. Тебе что? Помочь? Или ты сам справишься? Помочь. Давай я тогда еще одну тут ромашку нарисую, пока у меня есть время. А ты пока дальше делай, хорошо? Чтобы у нас везде было ромашковое поле. Ладно? Ромашки. Ромашечки. Вот так у нас котеночек будет сидеть. Я неудачно взяла кисточку. Сейчас. Угу, давай. Давай, давай, давай. Я своему котеночку уже закончила. Я его подписываю. По-моему, получилось неплохо. Ты не торопись, спокойненько заканчивай, чтобы он был... такой красивенький, да, яркенький. Я добавлю желтое там, где высохло. Шикарю. Угу, я поняла. Нравится шикать. Ты знаешь, что кошки мяукают только с людьми, а со всеми другими они не мяукают. Они там шипят, урчат и все такое. И кошек, когда приручали, их приручили, ну, вот просто так, не для какой-то конкретной цели. Ну, поэтому кошки обычно не выполняют никакие команды, ни сидеть, ни лежать. Я сейчас, пока ты будешь докрашивать, я тебе расскажу историю Юрия Куклачева. Это самый известный фокусник дорисовывай, который занимался с котами. Он очень хотел быть клоуном. Можно расскажу? Скажи тебе кое-что. Давай. Если что, мы с Глебом ездили по поселку на скейтах и заметили кошку. Молодцы. Гладили, она сначала шипела, потом мурчала, потом опять нашипела. Мы поехали дальше. Но если она мурчит, значит, ей нравится. Дорисовывай ромашки, я тебе расскажу. Был такой один человек, его звали Юрий Куклачев, и он никак не мог придумать, кем бы ему быть. Но ему очень нравилось работать в цирке. И вот он приходил в цирковое училище и просил, его сюда все не принимали, не принимали. И он так расстроился, отчаялся, и однажды шел домой, и был такой дождь, знаешь, и он увидел кота, маленького котенка, который плакал. И он подумал: этому коту, наверное, сейчас еще хуже, чем мне. И что он, как ты думаешь, сделал?
взял. Да, он взял его с собой, спрятал к себе в куртку и принес домой. Принес домой, накормил этого котенка, и он сразу стал урчать, очень довольный был. И, конечно, Юрию Куклачеву это очень понравилось. Ну, кому бы не понравилось урчащий котенок, правда? И вот этот котенок поселился у него, стал хорошо кушать, стал хорошо выглядеть, у него шерстка залоснилась. И вот однажды Юрий Куклачев заходит к себе в комнату, а у него там возле батареи стояла кастрюля, зачем-то сохла. А котенок сидит в кастрюле. Он его вытащил оттуда. Говорит, ну хорошо, ты там нагрелся, вылазь. А котенок опять залез в кастрюлю. Он его опять вытащил. А котенок опять залез в кастрюлю. Он его опять вытащил. А тот опять шмых и в кастрюле сидит. И так он придумал свой самый первый цирковой номер. Представляешь, у него был номер, котенок и повар. И он с этим номером объездил полмира. И вообще он стал самым известным. А как он выступал? Как... А он вытаскивал котенка. Кастрюлю. Потом вытаскивал котика, котик опять залезал, да, вытаскивал, да, да, котика. Это было очень смешно. Котов никто не дрессирует, они вообще дрессировке не поддаются. А это был... Он, знаешь как, он стал наблюдать за котами. И не заставлять их что-то делать, а именно, ну, наблюдать и вот делать то, что им хотелось. Я думаю, что наш урок готов. Наш котенок прекрасный, вообще чудесный, готов. Я ему ухо только на место приставлю, ладно? Все, мы с вами прощаемся. Ждем ваших котов. Пока. Пока.